12 октября 1919 года под Орлом и Воронежем начались решающие бои за Москву между наступающей Белой армией генерала Деникина и обороняющейся Красной армией. К этому времени наступавшая на юге Украины повстанческая армия Нестора Махно практически уничтожила тылы и систему снабжения белых, захватив или отрезав их черноморские и азовские порты от наступавшей армии. Транспорты союзников оказались ненужными и не спасли Деникина в решающий момент. Деникин был вынужден снять с фронта под Москвой 15 тысяч своей лучшей кавалерии, чтобы нанести удар не на Москву, а на Махновское Гуляйполе. В результате наступление деникинцев на Москву захлебнулось, что решило судьбу всей кампании и гражданской войны. 12 октября 1943 года в битве за Запорожье, оккупированное немецко-фашистскими захватчиками, наступил перелом. Неожиданно для немцев удар нанесла 8-я гвардейская армия генерала Чуйкова. Решающее наступление на город началось в ночь с 12 на 13 октября.